Около 100 тысяч рублей выделили депутаты на ремонт балкона в квартире женщины с ограниченными возможностями здоровья. Материальную помощь жительнице поселка Раздольная оказали краевые депутаты Роман Гранатов и Игорь Редькин. По состоянию здоровья сельчанка вынуждена передвигаться на коляске и вот уже 3 года не имеет возможности попасть на улицу из своей квартиры, расположенной на 2-м этаже. Не могли никуда не вывести ее. Нереально просто. Пандус делать нереально. Поэтому и на себе я ее не могла вынести. Единственной возможностью подышать свежим воздухом для женщины была бы прогулка на балконе. Однако ширина дверного проема не позволяла туда проехать на коляске. После обращения к депутатам в квартире женщины оборудовали утепленный балкон с расширенной дверной коробкой и удобными пластиковыми окнами. Огромное спасибо людям, которые дали эти средства на балкон. Потому что я могу спокойно сейчас выехать и спокойно здесь подышать свежим воздухом, когда мне хочется. Это когда тепло, я могу спокойно выехать на балкон. Потому что пандусы – это нереально в подъезде сделать на 2-й этаж. А балкон вообще прекрасно просто. И быстро, и хорошо сделали. Вообще работники молодцы. Мужики молодцы, умнички. Приехали, сделали. Вот буквально за 2 дня они сделали дверь другую. Потому что узкая была, и коляска моя не проходила. Балкон удлинили. Потому что я могу спокойно заехать на балкон, развернуться даже на балконе. И прекрасно проехать его внутрь, заехать домой. И нормально, все хорошо, прекрасно просто.